Так, всем привет еще раз. В поисках прикуривателя. В общем, мне кто-то написал, что справа от переключения передач, как видите, здесь ничего нет. Здесь у нас два подстаканника. И вот здесь вот прямая стена. Передней ничего нет. Здесь тоже ничего нет. Получается, только вот эти вот два USB разъема, слот для SD карты для навигации, и все, нету прикуривателя ни в бардачке, хотя есть у меня зарядник, ни в этом. Я не знаю, ребята, где его искать. Там тоже прикуривателем не пахнет. Так что поиски прикуривателя не увенчались успехом. И да, у нас загорелся датчик давления колес. Надо будет завтра проверить, сколько показывает. На данный момент пробег 1379 километров. Как видите, компьютер показал, 401 километра я проехал на одной заправке. 10,5 литров на 100 километров расход средний по компьютеру. Примерно съел чуть меньше, вернее, чуть больше полбака. Вот такие вот дела. Надо было, конечно, заправить, но потом посмотрим, сколько это в литрах. Так. Так что, если у вас будут интересные вопросы, или, может быть, кто-то видел другие видеообзоры про Мазду новую, я буду очень рад вам, что вы мне подскажете в комментариях, где искать наш прикуриватель. Потому что иногда он все-таки нужен. Сходили вот сегодня на кино «Звездные войны», первую часть. Купил такой пластиковый стаканчик. В общем, хочу отдельно сказать про это кино и сервис кинотеатра. У нас, короче, перестал работать 3D зал, и поэтому они нас пустили на 2D кино, и после просмотра фильма в 2D, а хотелось бы, конечно, в 3D, нам дали бесплатные билеты в любой кинотеатр, на любой фильм. И если мы будем в городе Саскатун, это рядом в нашей провинции, где-то 250 километров от нас, то там какой-то якобы VIP-зал есть. Но не так далеко мы, конечно, за просмотром фильма в VIP-зале не поедем. Поэтому получить 4 билета бесплатно, ну да, 2D, ну что поделаешь. Поэтому я думаю, вполне себе нормально. И у нас нет претензий к кинозалу за этот косяк. Вот такие вот обновления в блоге Mazda CX-9. Про Сакуру я особо не могу ничего написать, потому что на ней сейчас практически не ездим, она стоит. Даже бедную машинку не помыли. Новая Mazda у нас чистенькая. Может быть, отдельно сниму видео, как будем мыть эту Mazda троечку. Так что всем желаю удачных выходных. Я знаю, дома в России у нас вроде бы еще не отменили длинные выходные новогодние. Так что много не пейте и не садитесь пьяными за руль. Всем удачи и до связи, пока.